Всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл, если мы знакомы или не знакомы, тогда давайте немножко познакомимся. Вот, сегодня видео будет на такую развлекательную тему, но такую довольно-таки душещипательную, ибо я вчера ржал как конь, потому что я просто такое вычислил. Моя база знаний по поводу Тоши, Тони, Антонины, Татона, Тонечки, хэштег антитоня. Вот, уже просто преизмогает все силы. И, короче, моя верная подруга Битюльша, которая восседает. Кошка где-то. Сейчас вам покажу Битюльшу. Вот моя верная соратница, она отрыла такую инфу. Она сделала слив инфы, серьезно. Битюльша сделала просто слив инфы. Сириас, это жесть. Короче, я хочу просто взять все свои слова обратно насчет Антонины. Я просто хочу в пол кланяться, извиниться и просто не знаю, что сделать, потому что у меня просто нету больше как-то... Запало вот это вот боевого, знаете почему? Потому что все встало на свои места. Во всем виновата сливщица Битюльша, моя кошка. Вот, Битюльша, сурячья ненавистница. И вот, что по поводу нашего этого, Абрыжуля. Наша Абрыжуля, короче, оказывается... Ну вот, вы должны видеть, что... Короче, знаете, просто произошло непорочное зачатие. И просто, мне кажется, мы просто должны немножко помолиться, знаете. Немножко помолиться и просто поклонить. Помолись и поклонись. Вот все, что я могу сказать на эту тему. И знаете, я, конечно, понимаю... что Тосечка, Антониночка, наша родина-мать скрывала это от нас, что это у нее просто гормоны играли, на самом деле просто, вот она, беременность чистой воды, а мы-то думали, гадали, что там, что не так, что такое-то, что случилось, оказывается, все, вот оно, на глазах. Понимаете? И почему-то никто этого не заметил. Просто Битюльша-сливщица. Битюльша-сливщица просто взяла и раскрыла всем глаза вот так вот. Просто это непорочное зачатие. Самое главное, что вылезет на свет. Вот. Самое главное, что вылезет на свет. Мне, кстати, интересно, как вы думаете, что родит Антонина? Кого? Что? Вот. Ну, а теперь давайте по-нормальному. Вот, вы можете наблюдать вот это вот недоразумение в качестве беременного таракана. Вот, в качестве беременного таракана и беременной тараканши в виде Тонечки. Ну вот, и еще вот после этого просто хочется сделать вот так вот глаза и просто спросить, хули ты развиваешь свой рутик, милый мой? Хули ты развиваешь свой ротик, роднуся? Ну как же так? Как же быть? Ну как же мне тебя забыть? Вот эту вот фоточку. Боже мой, ужас. Потом эти гоны на ангелов не... Просто. А ты далеко ушел? Вот. Вот. Я просто не смотрю видео. Для меня это какие-то мини-открытия, но они довольно-таки такие душещипательные. То есть фейерверки такие вот сознательные. И у меня просто нету слов, люди. Если вы не видели это данное пузяо, тогда просьба просто пойти и где-нибудь отрыть фоточку или видео. Я не знаю, откуда это фото. Вот, я прошу вас просто взять и узнать, откуда. Ну, что-то у меня рожа жирная, что такое? Камера полнит. Это все камера полнит. Какая-то коррекция... Ой, блин, я забыла это сделать скульптуру. Слушайте, как что-то я толстушка какая-то, вам не кажется? Или это Тонины чары. Может, очки надеть? Это все Тонины чары, знаете? На самом деле я худышка. Вот об этом все знают. Так вот, немножко просквертую на данный счет. Вот. И как... И что я хочу сказать? Знаете все-таки?
все идет к тому, что Антонина просто взяла и угасла, как в качестве женщины, в качестве соратницы многих девочек, вот, типа вас, которых бросили мужики, которые вообще просто не могут жить больше на этом свете, которых бьет муж. Вот вы искали Ноя в ковчег просто у Антонины. Но вот видите, у Антонины все пошло просто хорошо. Вот все пошло на палаточку. Кстати, вот интересно, я вот почему непорочное зачатие именно? Почему именно непорочно? Да потому что на свиданке же она ходила. Она же ходила на свиданке. Вот, но почему-то вот всех отвергала. Вот, либо ее отвергали, но, скорее всего, ее. Вот, и смысл она записывает вот эти вот видео. Мои неудачные свидания. Он такое говно. Блядь, просто он туда приходит со своим чадом, со своим неродившимся чадом. Приходят туда все такие, блядь, он беременный. Такие просто берут, мне надо, короче, покурить. И просто убегают. Вот поэтому, вот и вся свиданка Антонины С. Поэтому, откуда ребенок? Да это просто непорочное зачатие. Знаете, вот что значит сила воли. Особенно сила вони, как бы. Вот что значит сила вони подействовала на животик нашей любимой блогерши. И теперь, короче, скоро все думали, ой, все, затух канал, ой, все, пиздец наступил. Оказывается, нет, Тоня всегда следит за своим контентом. Тоня всегда просто сделает из говна конфеточку. И я, конечно, беру все свои слова назад. Потому что мать, особенно родину мать, обижать нельзя. Поэтому, Тонечка, прости, Тонечка, люби. Вот, Тонечка, не бери в голову. Вот, отпусти ситуацию. Ты все сможешь. Ты родишь здорового ребенка. Ты похудеешь после родов. Поэтому все. Все будет в ажуре, а в ажуре плежуре. Просто. О боже, из меня просто прилетел. Я вчера настолько громко ржал, вы не представляете, так никто, наверное, не ржал. Сигаретяну плизял. Поэтому, дорогие мои хейтеры, хейтеры Антонина, не обессудьте, прекращайте это. Давайте сделаем хэштег Антонина. Антонина на сохранение. Давайте придумаем хэштег Антонин, Тоня на сохранение. Или там Антонину на сохранение. Вообще будет норм хэштежек. Вот поэтому это значит, что Тонечку не волновать, не хейтить. То есть Тонечка, она, у нее перезагрузка, понимаете? У Тонечки немножечко идет перезагрузка. Чтобы добавить искринки в конце. А то он все меняет, квартира меняет. Вот, и видите, как получилось. Никакого же эффекта не было после смен квартиры, после вот этих вот видео про засеры блогеров. Вот. Но получилось такое вот очень миленькое, поддуваемое. Такая вот непорочное зачатие. Блин, непорочное зачатие, боже мой. Серьезно. Серьезно, вот ни капли шутки. Ни капли шуточки. Вот, ну, а если чуть-чуть шуточкой показал, короче, я вчера нескольким подружкам, смотри, короче, вот фоточку ту. Смотри, она такая, как тебе? Блядь. Короче, что засирал он Кауфмана? Что тех, блин, он оказался хуже. Он оказался просто беременным тараканом, какой-то миньоншей просто. Миньоншей, кобылкой, кобылицей, девочкой-конфеточкой. Вот ванилька-тян, знаете, почему-то в школах все ванильки жирные, вот, всегда в лосинах и в кроссовочках. Ну вот, как бы, вот так. Ну а Тоня еще и беременна. Поэтому давайте поздравим Тоню с ожиданием чего-то, с ожиданием чего-либо, потому что это просто будет шикос. Это просто будет шикос. Тонечка сразу поймет, что к чему, и просто начнет жить припеваючи. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всех люблю, всем до новых встреч. Блин, волосы похудели. Всем пока!